какая же была беззаботная жизнь в городском приюте наших дружочков. Так же игрались, бегали, прыгали, беззаботные. Кадры воспоминаний, которые сейчас я выложу, тоже говорят о том, что им было с нами хорошо, без всякой фальши, беззаботной жизни. Мы, конечно, старались и стараемся, продолжаем стараться, потому что не разделяю животных на ваших и наших. Все они славные, все они умницы, красавицы. И самое основное, что они чувствуют такую же боль, как и мы, люди. В том числе и душевную, как физическую, так и душевную. Поэтому и многие, конечно, и говорят о том, что любить надо животных и помогать.